Всем привет! У меня тут экспресс-видео. Нашла свою сумку, специально ее набила. И хочу показать. Когда-то мы нашли кусочек у бабушки, у нашей мамы, у бабушки. Кусочек ткани, гобелен. И дочь мне предложила пошить сумку. Она уже древняя-древняя. Этой сумке больше 10 лет. Ну, древняя. Больше 10 лет дочь мне пошила. Не спрашивайте фасон, не спрашивайте размеры. Просто приблизительно показываю. Вот тут по периметру полностью идут карманы. Один из них с клапаном, с липучкой. Я его вышила бисером. Ну, слегка. И видите, по лицевой стороне слегка расшила. Я ее так люблю, там подклад. Она уже 300 лет стирала. Специально набила полотенцами, чтобы она форму держала и показать. И она и как торба, и на руку, и на плечо. Гляньте, какая красотка. Видите, по периметру карманы и мелочи, билетик. И все на свете можно положить. Валидольчик. Смотрите, и она под все наряды у меня идет. И под джинсы, и под, ну, под все что угодно. И под сарафаны, и под юбки. Ну, если только под деловой стиль не идет, конечно же. Посмотрите, какая красотка. Еще раз показываю. Дно у этой сумки круглое, видите, простегано по кругу. И слегка плотнее, чем. А здесь только подклад. Это делалось для легкости, чтобы она была очень легкой и очень удобной. Видите, какая у меня дочка рукодельница. Ну вот, закончилось видео о том, какая у меня есть сумочка. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, у вас возникли какие-то идеи, глядя на эту сумочку. Лоскуток был совершенно найденный. Лежал много лет. Не знаю, что это было, но, в общем, очень красивый был лоскуток. Поэтому я надеюсь, что вам понравилось. Буду показывать какие-то короткие видео. Может быть, не у всех есть время подолгу сидеть, беседовать. Заходите, подписывайтесь. Кто хочет общаться лично, заходите в группу WhatsApp. Всех целую и обнимаю.